Два пожара произошли на прошлой неделе. 16 декабря около 7 утра произошел пожар в бане по улице Островского. В результате пожара баня сгорела полностью, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина – неправильное устройство и неисправность дымохода печи. 18 декабря в 4 утра произошел пожар в жилом доме деревни Буракирта. В результате пожара дом сгорел полностью, сгорела также крыша сарая. Два человека с термическими ожогами госпитализированы. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки.